Что, давай постреляем? Ну, Жень, у тебя тут более-менее. Но надо тренироваться. Grind on it. I didn't have nothing, but now I got something. You could do it, homie. Get your grind on it. I got the hot music. At last I got magic. I'm like the president. I'm the man. Understand? I'm here to ball, girl. I'ma do it all, girl. What you waiting for, girl? You can do it all, girl. Come on, make it tough, girl. Дима, где ты был? Я уже вся извелась. Ну, почему ты опаздываешь? Вы не поверите, что там было. Ладно, начинаем. Зрители ждут. Добрый вечер, Дима! Здравствуй, любимый университет! Мы очень рады присутствовать здесь, на творческом фестивале «Дебют 2015». Мы усердно трудились и теперь готовы представить вам нашу программу. Начать наш концерт хотелось бы с номера, который покажет единство нашей альма-матер и зарядит зал энергией. Это радиотехнический факультет, и мы начинаем! Thank you.
Семья, то нам суждено разделять вместе как хорошие, так и плохие моменты. И поскольку время быстротечно, то и встречать сменяющиеся поры года мы будем вместе. Ведь гранит науки грызть нам придется и осенью, и зимой, весной и летом. Поэтому встречайте зажигательный и такой разнообразный танец, посвященный порам года. I'm not afraid to
вам уже продемонстрировали. И чтобы расширить границы нашего творчества, мы приготовили музыкальный номер. Всем известно, что музыка является неотъемлемой частью жизни каждого. Музыка — это язык. Язык чувств и эмоций. Вы, наверное, думаете, что на радиотехническом факультете мало творческих личностей. Но тут вы не правы. Наши ребята не только поют и танцуют, но и сами пишут музыку. Встречайте композицию собственного сочинения в исполнении Осипова Игоря и Бурлака Антона. Они сверкают и переливаются своей многогранностью, своим талантом и знаниями. И среди наших девушек есть очень талантливая. Она поет, и звуки тают, как поцелуи на устах. Глядит, и небеса играют в ее божественных глазах. Идет ли все ее движения, или молвит слово, все черты, так полны чувства, выражения, так полны дивной простоты. А теперь мы представляем вашему вниманию чувственную и душевную песню. В исполнении не менее чувственной девушки. Которой не помешают ваши бурные овации.
темном опыте. Твоего привет, это бред незнакомый мне. Но тебе на всю страну кричу, я тебя хочу. Вылечи, выгони, вымани меня на огни. Ночной мостом сожги мои мосты и чувства. Это безумство, но ты мое искусство. Давай навсегда. Просто не весло, кофе натощак. Вспоминаю тебя в мелочах. С голубыми глазами пел идеален зелом. Прочь, гуляй всю ночь сама по себе. Закрытая внутри характер беспредел. Дрожь, зачем это ложь? Так близко не трожь. Я привыкну, а ты, может, больше не придешь. Давай навсегда. Для того, чтобы чувствовать музыку и наслаждаться ей, нет необходимости в зрении. Шаг с бедра, пальцев звонкий щелк, миг, и в такт заиграла грудь. Тело льется, как белый шелк, сквозь рассвета слепую муть. Танец — это язык тела, язык чувств, язык души. А для выражения чувств не нужно зрение. Насладись и ты, зритель, игрой на пианино и вальсе вслепую. Встречайте!
Благодарим ребят за этот сложнейший номер бурными аплодисментами. На дворе осень. И, наверное, каждому из нас в такую холодную, дождливую пору хочется немного тепла и энергии. Каждый согревается по-своему. Кто-то укутывается в плед, кто-то сидит у камина, кто-то пьет чай. А наши ребята зажигают. И зажигают не по-детски. И готовы делиться своим теплом. Специально для вас мы приготовили энергичный, яркий и зажигательный степ. Согревайтесь! Всем известно, что РДФ — это самый дружный и веселый факультет. И сейчас мы продемонстрируем вам нашу дружбу, сплоченность и, конечно же, любовь к своему факультету. И мы не нашли лучшего способа, чем показать это видео. Внимание на экран! Почему вы любите РТ? Высшая математика это.
Это неописуемое такое вот желание учиться. Почему тебе нравится РТФ? Потому что вы умеете. Что ты можешь сказать о РТФ? О! О! Да! Почему вы любите РТФ? Потому что РТФ самый лучший факультет. РТФ просто класс! Хоть мы теперь и стали студентами, стали учить высшую математику, философию и другие предметы, мы все еще остаемся детьми. Да, ты прав. Ведь детство – это самая чудесная пора в жизни. Будем жить, 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 счастливыми быть, быть.
быть, мы все еще дети. На завтрак не бонжур, на ужин не алока, ошеломительный вояж, туда не плохо. В моем шкафу нету ни нани, ни телефона, только билеты на руках за лучшего фронта. Кто нам запретит, кто мам запретит, ну куда летим, жду я к девяти. Рейс свой снизь, той ночь, куда-то без повесной, где твой мир и королевство. Прилавки магазинов для меня это гипноз. Я верю, что когда-нибудь найду страну ОС. И счастье полные штаны, эмоции фонтанов. Мы все вернемся в детство, а поздно или рано. Самый задорный! До новых встреч!